Здравствуйте, это волонтеры. Здравствуйте. Спасибо большое вам. Продукты с доставкой на дом. В режиме самоизоляции Надежда Осетрова уже месяц. Она входит в группу риска, поэтому соблюдает все рекомендации и из дома старается не выходить. Необходимые продукты пенсионерки доставили волонтеры акции «Мы вместе». Всем нужна пожилым, потому что у всех здоровье уже неважное, я так считаю. И эта услуга, конечно, всем нужна пожилым. Самара присоединилась к всероссийской акции в начале апреля. Волонтеры помогли уже 55 тысячам жителей региона. Все заявки поступают в колл-центр. Здесь же формируют заказы и затем развозят по адресам. Когда только в конце марта, начале апреля акция начиналась, заявок было гораздо меньше. Затем их с каждым днем росло все больше и больше. Тем более в СМИ рассказывают об этой акции. Соответственно, еще больше пожилых людей узнают о ней, еще больше обращаются. Теперь доставлять еду и лекарства волонтерам стало проще. К акции присоединились несколько таксомоторных предприятий города. Такси довозит добровольцев до места назначения бесплатно. Каждый день забираем, то есть забираем, отвозим на работу, с работы увозим по домам и по домам ездим, развозим продукты. Необходимо сохранять рабочие места и поддерживать водителей. Машины в любом случае выходят на линии, у нас есть свободные ресурсы, за счет этого мы как бы помогаем волонтерам. Штаб акции «Мы вместе» продолжает работу. Связаться с волонтерами можно по номерам телефонов, которые вы видите на экране. Лариса Шлафаст, Николай Епифанов. События.